друзья, всем привет! Я рада нашей новой встрече и хочу поделиться сегодня с вами рецептом приготовления очень вкусного овощного рагу. Для приготовления нам будут нужны овощи, можно использовать любые, а также масло, соль, специи и перец. Сразу же подготовим все ингредиенты, потому что потом будем быстро все закидывать в кастрюлю. И порежем их кубиками, колечками, брусочками. Рагу я буду готовить в казане, но можно использовать кастрюлю такую с толстым дном. У меня овощей много, поэтому у меня такой большой кастрюли нет. Я вот буду готовить в казане. Греем его, наливаем масло и греем слегка масло. Затем отправляем лук. Лука я люблю использовать много, он дает сок и дает очень хороший вкус. Поэтому я использую две головки. Жарим лук на огне чуть выше среднего. Наша задача его не обжарить, а так потушить больше, для того, чтобы он обмяк и стал полупрозрачным. Лук жарился примерно 2-3 минуты. Он стал таким податливым. Стал слегка совсем румяниться. Достаточно его жарить. Отправляем к нему морковку. Перемешиваем и обжариваем еще примерно минутки две. Две минутки прошло, добавляем немножечко, вот буквально щепотку, вот такую маленькую сахара. Так морковь откроет лучше свой вкус. Перемешиваем, томим примерно еще полминутки, чтобы сахар успел карамелизоваться. И отправляем в посуду помидор. Помидор у нас потомился тоже пару минут. И отправляем сюда капусту. Перемешиваем, убавляем огонь до минимального. Обжаривать мы больше ничего не будем. Будем только тушить. Все это время нарезанная картошка у меня находилась в воде. Откинуть ее на дуршлаг и отправить вместе с капустой в казан. Добавить треть стакана воды или бульона можно овощного добавить. Накрыть крышкой и тушить 10 минут. У нас прошло минут 12-15, и как можно видеть, уже капуста обмякла. И я попробовала картошку, она уже тоже почти такая полуготовая. И пришло время отправить оставшиеся компоненты. Отправляем болгарский перец. И нарезанный кабачок. Также сразу добавляем соль. Сначала много сыпать не надо. Перемешаем, немножко потушится и попробуем. Все перемешиваем. Вновь накрываем крышкой и тушим уже до готовности. Итак, у нас прошло еще 15 минут, овощи уже готовы. Я попробовала соль, солить больше не надо, достаточно. Отправляем сюда нарезанный чеснок, лавровый лист, специи. В специях у меня травки различные, паприка, молотый кориандр и добавляем перец. Перемешиваем, накрываем крышкой. И томим еще 5 минут. Затем крышку не открываем, газ выключаем и оставляем еще минут на 5. И все, наше овощное рагу готово. Овощное рагу готово. Вкусное, красивое и полезное. Подавать его можно со свежей зеленью. Друзья, готовьте и кушайте на здоровье. Спасибо, что были сегодня вместе с нами. До новых встреч. Всего вам доброго. До свидания.